Сегодня мы с вами поговорим как раз по поводу, как считать маркетинг-план. То есть некоторые люди могут сказать, ну, у нас же все системы считают, зачем нам считать маркетинг-план? Ну, во-первых, это вам нужно. Объясню, для чего? Для того, чтобы у вас, когда появятся директорские ветки, ими... В этих директорских ветках будут люди, которые вроде бы директора, но у них нет отрыва. И им нужно будет показать путь, сколько они смогут получать. Мы с вами, я слайд не сделал, но мы вместе с вами посчитаем, сколько у человека при таком-то раскладе будет, И посчитать именно, сколько будет. Еще такое, для чего это нужно? Еще нужно для того, чтобы, например, у вас 9-процентник вышел, он еще не делает 50 баллов. Такое бывает, и это нормально. И он вас спрашивает, вот, нужно ли мне делать 50 баллов, выгодно ли мне это будет делать. То есть система без того, чтобы если человек не сделал 50 баллов, она не считает, сколько у человека будут начисления. То есть есть отчет, который можно посмотреть, сколько у вас на данный момент можно, вы можете зарабатывать. Но в основном вот так вот с лидерами нужно уметь читать маркетинг-план для того, чтобы им понять, нужно им делать 50 баллов, выгодно ли им делать 50 баллов. Вот в этом формате. Есть разная разновидность баллов. То есть есть балл на выплату, стоимость закупки балла, то есть это у нас обычный балл, есть стоимость промо-балла, есть еще инфобалл, да, как мы называем, здесь он не указан. А почему он здесь не указан? Потому что это идет обучение. А обучение по законодательству Российской Федерации не является продуктом, то есть его, если компания, так сказать, продает, если его продажи больше, чем 50% от товарооборота, это вообще приравнивается к финансовой пирамиде. Поэтому у нас обучение, вот инфобалл, особо не... Мы его не пиарим. Почему? Потому что это не то, то что мы должны продавать, по сути. Да и купить раз обучение, купить два, одно и то же обучение вы уже изучите, в принципе. Зачем его покупать постоянно, когда есть продукт? Все равно продуктом вы будете пользоваться, свои нужды пускать, а инфопродукт, если вы будете изучили уже все то, что в обучении есть, дальше он бессмысленно его покупать, потому что вы уже эту информацию получили, и там новой информации для вас не будет. Поэтому как бы мы сделали табличку именно по баллам. То есть, что здесь важно? Есть балл на закупку, есть балл на выплату. Самая верхняя строчечка у нас получается. То есть, смотрите, самая верхняя, вот именно стоимость балла. Вот поэтому у нас рассчитывается маркетинг-план. То есть, балл на выплату 60 рублей. Казахстан 400 тенге. Беларусь 2 белорусских рубля. Кыргызстан 74. Таджикистан на 6,6 самани. И именно идет на закупку. То есть, стандартно у нас идет 75 рублей за балл. Это покупку, если продукт идет основной. Что такое основной? Это косметика, декоративная косметика, крема. Если они, БАДы также, если они производятся именно в России. То есть это у нас идет основной балл, он идет 75 рублей. Но если этот товар идет по очень сильной акции, по сниженной цене, там идет стоимость промо-балла, то есть 150 рублей. И сюда же входит одежда, аксессуары, обувь различные. То есть тот ассортимент, который, в принципе, Faberlic делает по заказу, не именно на своих заводах. То есть, но на выплату, запомните, всегда 60 рублей. То есть некоторые люди приходят, покупают, что им хочется. Им даже за наш огромный ассортимент все равно начисляют баллы. И, соответственно, вы получаете за это свой доход. И здесь уже все, как бы, я не буду. То есть, например, стоимость закупки балла в Казахстане – это 500 тенге и так далее. То есть считать мы будем именно самую верхнюю строчку. Это в валюте той страны, которую вы можете, в принципе, посмотреть. Если вы из Казахстана, то смотрите тенге и посчитать можно именно от этого. Отталкиваться система. Далее, формула подсчета баллов. То есть я здесь показал 3000 баллов умножен на 60 рублей, умножен на 23%. 41400. То, что мы с вами как раз изучали первый наш вебинар до директорский маркетинг-план, это доход на структуру. Я вам здесь показал то, что вы директор, и под вами все в первой линии потребители.
в этом случае доход 41 400. У вас будет такой доход, если вы именно всех в первую линию поставите, и все у вас будут менее 3% в вашей команде. То есть просто простые потребители, не которые вышли строить бизнес. Понятно, то, что те, которые строят бизнес, мы уже сейчас посчитаем в следующем варианте, который показан. То есть, но вот если именно в таком раскладе у вас будет, то у вас доход 41 400 – это раз в 3 недели. То есть 3000 баллов – это объем, 60 рублей балл – это балл на выплату и ваш маркетинговый уровень. То есть вот то, что мы здесь считали, здесь можно, если в тенге, то заменяем 60 на 400, то есть здесь будет уже сумма в тенге. Далее идем маркетинг-план. То есть я здесь расписал первый маркетинг-план и как, в принципе, считается. Что я с вами говорил, то что директор может получать как 40 тысяч рублей, 41 400, так может и 15 тысяч. Вот как раз этот вариант я вам показываю. И как считается, здесь идет именно маркетинговая разница. То есть она в табличке показывала и табличку, как идет маркетинговая разница, сколько баллов. То есть, ну как мы считаем, ваш объем, вот этот, 23%, мы вычитаем процент, который ваша ветка вышла, то есть под вами. 1500 баллов, это 15%. 23 минус 15%, получается 8% вы будете получать с объема этой ветки. Также здесь, я здесь сделал одинаково то, что вы пришли, начали строить или с наставником, или сами две веточки, вывели их на 1500 баллов, вот такой доход будет за именно месяц. И заметьте, мы получаем, запомните, еще со своего личного объема, тоже объемную скидку. То есть ваш личный объем входит в объем вашего объема личной группы. То есть получается 7200 мы получаем с одной веточки, если она на 15%. Там еще при условии, то, что 15% оформил заказ и так далее. То есть если он оформил, вот такая. Мы всегда считаем вот по минимуму маркетинговую разницу. Ну вот есть еще такой вариант. То есть есть такое правило, переданная объемная скидка. То есть то, как называют правила компрессии и так далее, по-разному ее называют. То есть если, например, 15%, который не оформил заказ свой для получения объемной скидки, то это получает уже вышестоящий лидер, который сделал 50 баллов. То есть скидка переходит вышестоящему, если человек не оформляет на этом уровне. Но это касается только до директорского маркетинг-плана. Если директор не сделал 50 баллов, там включается вышестоящего правила директорской ветки. То есть это касается только тех веток, которые не директорские. Вот это правило компрессии, передачи и объемной скидки вышестоящему. И получается здесь 15 900 при таком раскладе. То есть, в принципе, вроде бы немного, вроде бы директор должен больше получать. Но здесь должно понять, то есть глубина – это наша стабильность, ширина – это наша зарплата. То есть мы сначала работаем над стабильностью, запускаем две одинаково растущие ветки, которые потом будут не просто на 3000 баллов, а на 5, на 10 тысяч баллов, чтобы потом они давали все больше и больше доход именно вам. То есть мы закладываем всегда вначале две сильные ветки. Это мы с вами уже говорили в прошлом вебинаре, позапрошлом, когда изучали правила 60%, именно директорские бонусы. Далее, мы с вами что делаем? Берем листочек, бумажку, калькулятор, может, какой-то телефон, и будем с вами считать, сколько же на тех или иных вариантах можно получать. Вот как раз первый вариант. Ага. Я хочу ставить свои 5 копеек, дорогие девчонки. Те, кто плохо умеет читать маркетинг-план, те, кто не понимает маркетинг-план. Самое главное, что вам нужно понимать, даже если вы что-то не поймете, как считать, что делать, тут самое главное не переживать, это во-первых. И во-вторых, это понимать, что... Вот мы, например, в своей структуре и команде всегда рекомендуем регистрировать людей, покупателей, в свою только первую линию, не регистрировать их в глубину, чтобы у вас всегда объем личной группы был большой. Это во-первых. Во-вторых, всегда нужно следить за тем, чтобы у вас в кабинете, да, когда вы заходите в кабинет, моя личная структура, то там видно, какая веточка, сколько баллов. И смотреть, чтобы они были всегда
одинаково параллельно растущие. Если у вас, например, в одной веточке, ну, допустим, 1500 баллов, а во второй веточке 200 баллов, понятно, что в первую веточку нужно регистрировать меньше, а во вторую веточку, в которой мало баллов, нужно регистрировать больше, для того, чтобы у вас выплаты были хорошими. То есть следите за тем, чтобы у вас одинаковые были ветки. Вот это очень важно понимать, и тогда все будет здорово, даже если вы не понимаете маркетинг-план. Почему я решила ставить свои эти 5 копеек? Потому что когда-то, давным-давно, это было более 8 лет назад, я настроила так, что понимала, что у меня небольшой доход из-за того, что у меня была одна ветка на 19%, а другая веточка у меня была всего лишь 300 баллов. И это считается сильнейшим перекосом. И если бы у меня одна веточка, например, вышла бы на 3000 баллов, а вторая веточка была бы 300 баллов, я была бы без отрыва. И с веточки 5%, как бонусы директорских статусов, про которые рассказывал Антон, мне бы не начислялись. И поэтому я очень сильно торопилась и отстраивалась в бок. Но предыдущую ветку, которая была очень большая, я не забывала. Я просто в нее меньше регистрировала и больше регистрировала в бок. И таким образом у нас получилось, что мы так торопились отстроиться от этой ветки, что мы сделали задел на Рубина. И за год мы открыли Рубинового директора с начала момента регистрации. Поэтому это очень увлекательно и здорово выйти за год на доход примерно 80 тысяч рублей. Да, где-то так, да, в каталог или в месяц, Антон? Наверное, в месяц. В каталог, да, 80 тысяч в каталог, примерно 100-120 в месяц. Это шикарный доход. Всего лишь за год наша жизнь перевернулась до такой степени, что мы начали понимать, каково это быть в MLM при свободном графике, при белом доходе, без всяких рисков, просто сидеть по 5-6 часов в интернете, обучаться, обучать, рекрутировать. И на самом деле нас это так затянуло, что за 2 года у нас получился статус старший национальный директор. Вдумайтесь только в это. А старший национальный директор – это уже 500 тысяч рублей доход в месяц. Понимаете? А когда ты получаешь 500 тысяч рублей, а 2 года назад ты не знала, извините меня, на что купить фрукты детям, это просто феноменальная разница. Поэтому отнеситесь к маркетинг-плану очень-очень серьезно. Задавайте как можно больше вопросов. Все, ухожу. То есть, смотрите, давайте вернемся к складу. То есть я здесь как раз посчитал, то есть 23 минус 15, 8%, да? Сейчас в следующем варианте, который я вам показал, вы тоже должны посчитать, сколько будет доход у лидера. То есть за личный объем тоже считаем по тому маркетинговому уровню, который указан на следующем слайде. То есть и напишите, сколько будет доход, и мы с вами разберем. То есть возьмите калькулятор и ручку, и просто посчитайте. То есть здесь вариант не слишком большой, чтобы вам для понимания было, как работает система. И, кстати, пока считаете, я не буду никуда перелистывать, чтобы вы не сбивались. Как раз Аня сказала по поводу того, что за год поменялось. Да, очень поменялось, потому что 100-120 тысяч в месяц. На тот момент, когда мы начали, например, работать в Faberlic. Я еще работал на работе по найму. У меня на заводе. У меня доход был, не доход, зарплата даже. 20-25, когда 23, когда 20. То есть никогда не прискажешь, сколько заплатят. Вот примерно в таких размерах была зарплата. То есть даже если перевести, то чтобы Аня примерно на такую же работу устроилась, наш семейный бюджет был бы 50. Максимум на тот момент. За год мы сделали в 2 раза больше, чем могли бы зарабатывать, если пошли просто на работу поработать по тем специальностям, которые у нас были. Я даже здесь подписал проценты. В идеале вы должны знать, с какого уровня, какое звание открывается и какой процент платится. Вот как раз в таких случаях я вам говорю, что нужно считать и учиться маркетинг-план, чтобы посчитать уже своим лидерам, которые к вам пришли, которые к вам доверились, которые спрашивают. Вот я пока еще не делал 50 баллов. Ну, у меня там есть своя веточка, там столько-то баллов, твоя веточка столько-то баллов. И вы должны посчитать, научиться считать именно, сколько человек получит.
потому что сам он это не разберется. Это во-первых. Во-вторых, система в отчетах нельзя посмотреть без 50 баллов, столько человек получит. То есть 23%, а сам человек сделал 50 баллов. Значит, он получает выплаты. Да, вот я сейчас смотрю на демонстрацию экрана. Да. А 15% под ним вице-директор, который на 15%. То есть мы 23% вычитаем 15%. У нас получается сколько? 8%. Значит, лидер с одной веточки получает по 8%. Что получается? 1500 баллов, раз это 15%, это 1500 баллов. Те, кто не знают, еще не считали таблицу. Мы умножаем на 60, это балл на выплату в России, и умножаем на 0,08. Идет ну, или 8%. Я привыкла считать, как в школе учили. Да, и сколько у нас выходит с одной веточки? 7200 с одной ветки. То есть, если лидер строит ровно две ветки, без покупателей свою первую линию, без всего, это очень голый расчет, обычно такого не бывает у лидеров. Это получается с двух веток 15090. Да, 15090, еще за личный заказ же идет 690 рублей. Да, 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 да. То есть, это построение лидерское. Вот мы с этого построения начали. Получается. И всех лидеров мы регистрировали в веточку, потому что им там веселее и лучше. Когда лидер видит под собой поддержку, а он видит под собой структуру и команду, то он понимает, что это как раз-таки тот самый момент, когда ему действительно наставник показывает человеку, что это реально. То есть он показывает свой пример. И как раз-таки, когда у человека становятся две директорские веточки, по бонусам директорских статусов от двух директоров в первой линии, это уровень серебряного директора. Должно быть 1500 баллов в бок. Ну, давайте перейдем уже к ответу. То есть, кто посчитал, попытался, молодцы. Кто не попытался, конечно, считаем. То есть, первая ветка у нас идет 700 баллов, она на 9%. То есть, мы из 15% вычитаем 9, так как человек, который в этом был на 15%, то есть, его первый маркетинговый уровень, вычитаем 9%, 6% он получит с 9% структуры. То есть, 700 баллов умножаем на 60, умножаем на 6%. То есть, получается 2520, это в рублях. Вторая ветка, там было баллов больше, но то же самое. Он находится на 9%, то есть человек получает с этого лидера по 6%. Что мы делаем? 750 умножаем на 60 и умножаем на 6%, получается 2700. Это со второй ветки человек получает. Также человек, как я и говорил, получает за свой личный заказ по своему маркетинговому уровню. 50 баллов умножаем на 60 и умножаем на 15%. То есть 450 рублей человек получит за свой личный заказ назад. В итоге при таком раскладе 15% получит 5670 рублей. Но это только при таком раскладе. То, что я говорил, бывает. Вот мы всегда привыкли считать по факту, то есть по минимуму даже. Для того, чтобы человек, когда вышел на такой расклад, он увидел, о, больше. То есть потому что есть переданная скидка, да. Например, всегда так бывает, что 9% так 700, он может быть 800-900 баллов. То есть это, соответственно, больше выплаты. Ну вот в таком формате все это считается. То есть всегда считайте даже со своим новичком, да, если у него есть конкретный уже пример, сколько он может получить. То есть по маленьким структурам намного проще считать. Если, например, уже большие структуры, намного сложнее считать, сколько человек получит. И тут самое классное, что в компании Faberlic это очень нужно ценить, потому что наземный бизнес, да, то есть на земле, когда вы его организовываете сами, да, человек организовал сам, там бухгалтерия это все за счет человека, который открыл этот бизнес, да. То есть там свет, бухгалтерия, там наем сотрудников и так далее и тому подобное. Логистика, все за счет бизнесмена. Да, получается, тут компания Faberlic нам предоставила бесплатную бухгалтерию, бесплатную логистику. Плюс она нам разрабатывает все акции.
Это тоже нужно очень-очень-очень ценить и понимать, что почему мы вообще сотрудничаем с компанией Faberlic. Это люди, которые не хотят лишних проблем. Да? То есть мы соединяем людей с компанией Faberlic, рассказываем, за что платят, показываем обучение на промо Faberlic, как рекрутировать, да, то есть платные, бесплатные методы продвижения. И с помощью этого мы идем вверх, идем вперед. И мы, знаете, с вами как будто под крылом компании, да, потому что проблемы с сертификатом, логистикой, с разработкой каких-то акций и так далее, у нас вообще голова не болит. То есть компания организовывает, по идее, все за нас с вами. Нету ничего такого сложного и тяжелого. Вот мне некоторые говорят, ой, там в MLM очень сложно расти, работать, развиваться, это надо охваты людей каждый день делать. Но на самом деле у кого есть привычка делать охваты людей каждый день, онлайн или офлайн, да, у нас с вами разные структуры на проекте, то на самом деле это вообще ничего страшного в этом нету. Вот серьезно. Почему я так говорю? Потому что сколько бы я ни работала на работах по найму, ни одной такой вот прям простой работы, как эта, действительно я не находила еще в своей жизни. Чтобы не было ответственности, чтобы мы были как баловни судьбы, действительно все за нас делается, все за нас рассчитывается. Наша задача только подстраиваться под реалии мира и идти вперед. Давайте вместе с вами все посчитаем. То есть берем калькулятор. Что здесь получается? Первая ветка. Давайте просто вместе посчитаем. У меня это посчитано, но я хочу, чтобы это было все в онлайн-режиме. То есть 1200 баллов. То есть что мы берем? А почему товарооборот 3050 баллов? Человек сам не делает 50 баллов? Делает 50 баллов. Я заложил, просто не указал это. То есть суммарно здесь 3050 баллов с лишним заказом. То есть человек делает 50 баллов. Берем первая ветка. Получается у нас 1200 баллов. Это 12%. То есть мы из 23% вычитаем 12%, получается 11%. Вот с этой вот первой веточки мы получаем, когда мы считаем, 1200 баллов умножаем на 60 и умножаем на 23%. То есть, так, калькулятор. 1200 умножаем на 60. Я записываю и умножаем на 23%. То есть, вот видите, на 20%. Калькулятор размножается, если что. И я здесь на 11%. Не то написал. 1200 умножаем на 60 и умножаем на 11%. Получается 7920 мы получаем с этой веточки. С одной. Это я считаю в рублях. Здесь вы не путаетесь, то есть вы просто умножаете в валюте своей страны, если вы хотите презентовать именно кто-то из Беларуси, кто-то из Казахстана. Поэтому здесь не пытаемся. Вторая веточка у нас. Что получается? 500 баллов. То есть человек на 6% под вами. И, соответственно, опять идет маркетинговая разница. То есть 500 баллов – это 6%. То есть мы из 23% вычитаем 6%, по 17% мы получаем со второй веточки. То есть давайте я сразу же посчитаю, не буду записывать, я думаю, техника здесь понятна, учитывание маркетинговой разницы, с какой процент. То есть сейчас мы будем с вами записывать именно доход. 500 баллов умножаем на 60 рублей и умножаем на 17%. Получается вторая веточка, доход 5100. Третья веточка. У нас идет 650 баллов, а она выходит на 9%. То есть 23 минус 9, получается 14% мы получаем с третьей ветки. 650 умножаем на 60 и умножаем на 14%. 5460. 360. И четвертая веточка у нас есть, теперь ее посчитываем. Она тоже 60,
650 баллов, то есть я сейчас считать это не буду, потому что по калькулятору это та же сумма будет, та же маркетинговая разница, то есть 5460. И пятое. За личный заказ на 50 баллов по 23%. То есть давайте посчитаем. Я это знаю, что 690 рублей, если ровно 50 баллов, прямо если ровно. То есть за личный заказ маркетинговой разницы нет. Да, это идет именно по вашему маркетинговому уровню. То есть директор это всегда 23%. Да, помните, мы с вами считали доход Елены Мардановой, которая сделала 1000 с лишним баллов. Так вот эти 1000 с лишним баллов мы все умножаем по 23%. То есть она доктор с хорошим стажем, ей очень понравился состав наших чистых классных баллов. И вот она сейчас делает товарооборот более 1000 баллов лично. Вот, потому что у нее очень много пациентов. Так, и посчитаем же вместе, то есть я сейчас плюс 5460, плюс 5460 два раза, плюс 5100 и плюс 7920. То есть лидер при таком раскладе 24630. Это каждый каталог. Каталогов у нас 17. Еще мы всегда считаем в пересчет на месяц, потому что некоторые люди еще не привыкли, да, то, что у нас все немножечко быстрее идет, да, и всегда вот так умножаем. То есть смотрите, как здорово и как классно получается, да, то есть это всего лишь директор, а у него уже 36 тысяч. До этого, да, Антон, открой слайд 15, где две ветки по 15%, там сколько доход был, я забыла. По-моему, 15 тысяч, да? Да, 15 тысяч рублей. Да, вот видите, как разница. То есть ширина наша выплата, глубина наша стабильность. То есть единственный способ очень быстро и качественно вырасти, то есть и стабильно, и чтобы хорошо зарабатывать, это много рекрутировать. То есть вот на самом деле мы очень много рекрутировали, мы себя не жалели. Мы этим делом заболели, как говорит мой любимый Радислав Гандапас, титулованный бизнес-тренер, призовите себя в армию. Да, то есть вот что я и сделала. Я призвала себя в армию с годовалым ребенком на руках. Мы пришли в Фаберлик, на Вике было 1 год и 3 месяца, и, честно сказать, очень много рекрутировала. Очень много рекрутировала, и спасибо вышестоящим наставникам за то, что было очень много вебинаров. Но с 6% я еще сама вела вебинары. То есть, опять-таки, возвращаемся к тому, что мы рекрутировали именно на бизнес, но вылазили покупатели, которых мы регистрировали в первую линию. Но и сейчас у нас очень мало первых линий, у нас всего лишь где-то около 300 первых линий, я не могу сейчас точно сказать, кто-то делает заказ, кто-то не делает заказ, да, то есть, но одно вам хочу сказать точно, две ветки по 15% это уже задел на драгоценного директора, да, как вы поняли, а вот 60 покупателей вашей первой линии по 50 баллов, это уже доход получается 41 400 рублей. Или 300 покупателей по 10 баллов вашей первой линии, тоже доход 41 400 рублей. Смотрите, сейчас мы с вами разберем два варианта, они вроде бы будут похожи, но там есть отличия. То есть смотрите, вот человек вышел, у него оборот структуры 8050 баллов, то есть под ним старший директор с объемом личной группы 5000 баллов, то есть именно 5000 баллов это ОЛГ, то есть под этим человеком нет еще директоров. И в первой линии у консультанта идет по 700 баллов, 650 и 1500 баллов веточки. То есть я здесь посчитал, сколько это получится, то есть и смотрите, здесь уже, когда ветка выходит на директора, здесь уже никакой маркетинговой разницы нет. Это уже директорские бонусы. С директора первого поколения вы получаете 5%. То есть здесь уже никакой именно маркетинговой разницы не идет. Запомните. То есть я здесь посчитал. Первая ветка, то есть у нас директорская, мы 5000 баллов умножаем на 60 и умножаем на 5%. То есть это директорский бонус. А человека выходит 15 тысяч рублей. То есть это не 3000 баллов. Если ветка ровно 3000 баллов, то там доход идет 9000 рублей.
То есть поэтому мы и говорим, с вашего директора первой линии вы будете получать от 9000 рублей. То есть здесь точно так же, как и в прошлый раз мы с вами вместе посчитали. Я здесь все уже просто вам расписал, что, как, в итоге доход при таком раскладе 35 тысяч рублей. Сейчас именно покажу слайд. Вроде бы те же баллы. Вроде бы те же баллы. Но в чем здесь отличие? Вот ли отличие в выплатах? В чем отличие вот от этого, от этого? Ответ не то, что у этого один директор, это даже подсказка. Вы поймете, в чем отличие, как это объяснить лучше. Здесь нужно именно понять, что будет при этом раскладе, в отличие от этого. Мы здесь имеем в виду, вот есть вроде бы два одинаковых, то есть у человека 8,5 тысяч баллов объем всей структуры. И в том, и в этом случае. В чем же отличие этого, кроме того, то, что я вам показал? Что человек не получит во втором случае, в отличие от первого? Что не получит самый верхний, который над четырьмя ветками. А вот который вот этот вот, я показываю его, что он не получит? С первой ветки, где одна директорская ветка и 2000 ОЛГ, объем личной группы. Мы с вами разбирали табличку, как раз директорские бонусы. Я вам говорил, то, что как раз директорские бонусы, как они распределяются. Я вам даже подсказываю, то есть тот, кто был, тот и внимательно смотрел, то точно это должен знать. Потому что я об этом говорил. Смотрите, вот на данном раскладе вот этот вот лидер, он находится в звании старший директор. То есть это его личная группа, то есть 3000 баллов. Он по ним получит 23%, он получит с этого 5%, а вот с этого вот он не получит ничего, потому что для того, чтобы стать с этого человека получить, он должен быть в статусе серебряный директор. То есть со второго поколения директоров получат серебряный директор, а старший директор получат только с первого поколения директоров. Вот как раз эта табличка, давайте еще раз ее обсудим, чтобы закрепить знания, кто был, кто не был на этом вебинаре. Старший директор может получить только 5% со своего первого директора, то есть который открылся. Если открываться второй директор, вот здесь как раз указаны два директора, то человек может получать 5% с директоров своей первой линии и от 1 до 1,5% с директоров второго поколения. То есть, которые уже под вашими директорами находятся, под вашими директорами первой линии и так далее. То есть, золотой директор получает с трех поколений директоров вниз. Именно директоров, не консультантов, которые между директорами находятся, а именно тех директоров, которые выполняют вот эти вот условия. То есть, по директорам и по объему личной группы, необходимому ОЛГ. То есть вот эта квалификация считается, вот первые две строки, они считаются квалификацией. То есть 2000 баллов ВУМ, два директора нужно 1500 баллов ОЛГ, чтобы быть в квалификации серебряного директора. Ну, чтобы не менее было. То есть можно больше, но меньше нельзя. Три директора и более 1000 баллов объем личной группы. Напомню, в объем личной группы не входят директорские ветки. А и здесь как раз вот рубиновые уже получают с 4 поколений директоров, бриллиантовые с 5 поколений. Вот как раз и показано здесь, вот строка идет, и 5-е поколение бриллиантовый директор. Элитный директор получает с 6 поколений директоров. Вот партнер и выше получает с 7 поколений директоров. То есть вот эта вот табличка, ее тоже нужно понимать, чтобы ваши выплаты, как Аня говорит, незнание маркетинг-плана освобождает от выплат. То есть поэтому умение считать, умение читать маркетинг-план. Потому что очень много людей, которые
вам, вот не умея считать маркетинг-план, могут пойти в другую компанию с более плохим маркетинг-планом, потому что им сказали, что маркетинг-план в той компании лучше. А это нужно уметь считать. То есть, если вы умеете считать ваш маркетинг-план, то на этом примере можете посчитать маркетинг-план конкурирующих компаний. То есть, это очень важно. То есть, потому что сказать можно все, что угодно. Но если вы умеете считать, вы вооружены. Скажу правду, да, есть компании, в которых больше идет доход в сеть. Но есть такой план, не план, а еще один источник, как вам сказать, продукции. Мы же все-таки занимаемся с продукцией. То есть очень важно еще и сколько продукции, какой ассортимент, цена, привлекательность. То есть почему компания, вот взять Faberlic, она сделала акцент на потребителях? Ну, потому что 90% сетей – это простые потребители, которым наплевать на маркетинг-план. Они пришли купить качественный продукт по хорошей цене, приемлемой для себя цене. То есть вот те компании, которые, как вам сказать, дают больше, у них наценка выше, соответственно, не могут платить. Мы считали недавно одну компанию, мы просто обалдели, ребята. Это пример. Мы, конечно, это не этично называть компанию вслух, но сколько там была, Антон, цена на закупку и цена на выплату? 110 на закупку, 42 на выплату. Это же вообще тот, кто это не понимает, он может, например, туда пойти и в итоге получить меньше, чем Faberlic. Вы понимаете? Это Нет. же смешно просто, не уметь считать свой маркетинг-план. Аня, при узком ассортименте. Мы еще считали, то есть средний балл у нас тоже идет на закупку примерно, если взять. Люди не будут выбирать именно полнобалловую продукцию, а средний балл мы также сделали 110, но на выплату 60, а не 42. Вот, я о чем и говорю. В итоге получается, что так мы просто с топ-лидером спорили той компании буквально на днях, да, я вам расскажу просто случай. И топ-лидер доказывает, что у них больше. Мы считаем больше у нас. Я говорю, вы откройте глаза. Нет, она включила быка и говорит, нет, у нас больше. Я говорю, кто вам это сказал? Вы посчитайте просто сами. Я говорю, я вас никуда не переманиваю. Просто откройте глаза, просто посчитайте. Вы увидите разницу за товарооборот у нас и у вас. И Faberlic выйдет, что нужно сделать меньше, но заплатит больше. А у вас нужно сделать больше, но заплатят меньше. Разве это не видно? И она нам ничего не ответила и сказала, с вами бесполезно спорить. А мы же не спорили, просто пытались открыть глаза. То есть человек дезориентирован на самом деле до такой степени, что он даже не понимает выгоду этого. А еще одна компания, в которой платят на минуточку, мы тут недавно считали, оттуда пришли несколько топовых лидеров, высоких статусов, поэтому мы уже 100% знаем, как этот маркетинг-план считать. А сколько, Антон, по-моему, в 10 раз, да, меньше, ниже выплата у них? В 5 раз. В 5 раз. И лидеры до сих пор там работают. Почему они там работают? Потому что не умеют считать свой маркетинг-план. И из-за того, что человек даже свой маркетинг-план в своей структуре, команде, в своей компании считать не умеет, он не может сопоставить, и он не может увидеть, что при одних и тех же действиях можно получать больше денег на карту, на свою карту ежемесячно. Человек может терять 10, 20, 50 тысяч, смотря сколько у него объемов, каждый каталог, только потому, что он не умеет считать. Вот тут самый главный момент – это понять, что я умею свой маркетинг-план считать. Мы с вами посчитали голый маркетинг-план. Понимаете? Голый. Сколько получает директор? Еще бонус стабильности, еще акции по ВИПу, еще акции по драйву. Я сэкономила 6 тысяч рублей, делая заказ по драйву. 6 тысяч рублей на дороге валяются. Сходите-ка где-нибудь, поподнимайте каждый каталог по 6 тысяч рублей. А компания делает такие скидки даже нам, в статусе партнер. Хотя у нас уже команда, структура 200 тысяч человек, структура Кононовых. И доход у нас
плюс-минус 3 миллиона рублей в месяц. Вы представьте, нам и то делают постоянно, какие-то скидки, акции, бонусы, и мы экономим. Мы Вот. 10 раз подумаем, мы со своего заказа, как директора, получаем по 23%. То есть, вот, Антон, посчитай на калькуляторе, если у меня ЛТО, да, объем личный, мой личный объем, личный заказ, ЛТО это называется, да, 500 баллов, просто посчитайте. 500 мы умножаем на 60 и умножаем на 0,23, потому что я директор. У нас получается 6900 возвращается. Плюс по акции VIP-3, да, то есть 6900 запоминаем. Акция VIP-3 это 500 минус 100, остается 400. 400 мы умножаем 6, на 60 и еще на 10%. И то прибавляем к этому. Это мы сейчас не берем 26% скидку от каталога. Понимаете? Я взяла 3 коктейля Wellness за 600 рублей. На минуточку. Сколько они в каталоге стоят? Сюда же еще можно добавлять около 2000 рублей. Около 1500 рублей. Я сейчас точно не вспомню. Экономия просто колоссальная. И когда мы это не видим, и когда мы это не понимаем, и когда мы это не суммируем, то, блин, ребят, мы можем просто, грубо говоря, прозевать около 10 тысяч рублей. Поэтому как минимум нужно становиться каждому человеку, кто есть на проекте, директору, чтобы было у вас 23% объемной скидки. Как минимум быть директором и получать очень хорошие деньги. Мы с вами считали, что вот этот вот огромный ЛТО, да, у человека, да, то есть она получила денег, не считая продажи, то есть врач Елена Мардан очень много продает, у нее заказ был 1000 с чем-то баллов. Кто помнит эту переписку, вы можете чуть выше подняться. Мы посчитали, что доход примерно 100 тысяч в месяц у человека на уровне старшего директора, потому что мы сосчитали все фишки-плюшки. До единого 26% скидку от каталога, 23% объемную скидку посчитали, да, то есть за объем личной группы мы посчитали, за директора посчитали, да, почти 1500 баллов было, 1400, по-моему, с чем-то, я сейчас не буду врать, я забыла, да, то есть и VIP-3 мы посчитали, 23% с ее личного заказа мы посчитали, просто вы представьте, старший директор, у которого большой личный объем, но она просто врач, она медик, это человек за главной буквой, 25 лет стаж, начинала она в обычной больнице со статуса педиатр, 23 года практически назад она принимала роды у меня, я рожала свою Катюшку у нее, поэтому этому человеку я очень доверяю, потому что мы очень много лет вместе, вот, и сейчас она просто пришла в компанию Faberlic, потому что я ей показала состав чистый, состав БАДов. Она сказала, что он до такой степени работает, он до такой степени чистый, он до такой степени классный, что вот буквально под ней была директорская ветка, и вот эта директорская ветка, она в структуре рубинового директора Валентины Щенниковой, вот, и вот она просто отстроила 2000 баллов в бок, то есть 500 у нее берут пациенты, и 1500 она делает сама. Понимаете? И все. И человек резко, буквально за 3-4 каталога, вышла на доход 100 тысяч рублей. Ей это нравится, поверьте. Да, то есть способов вообще построения, их очень много. Вот недавно, ну как недавно, 5 лет назад это было, я разговаривала с женщиной, она мне рассказывала, она ну, захотела остаться, не, ну как бы она не хочет, чтобы называли ее имя и так далее. Вы представьте, она зарабатывает 500 тысяч в месяц на покупателях сейчас на данный момент. Тогда она зарабатывала то ли 250, то ли 300 тысяч. Вот я сейчас боюсь уже соврать, потому что 5 лет прошло. И у нее очень классная система настроена. Она запускает контекстную рекламу в свою первую линию. У нее кто-то 15 баллов сделал, кто-то 115, да, то есть она там особо не считает. Она наняла секретаря уже сейчас. Секретарь отрабатывает людей у нее. А она просто запускает контекстную рекламу. И секретарь у нее отрабатывает всех людей. То есть секретарю она платит где-то 1050. Представляете, что такое вообще 50 тысяч зарплату платить? Это круто. Кто-то мечтает на 50 тысяч рублей просто выйти на доход. Она уже такую зарплату себе может позволить.
Вот. И в итоге, получается, у нее остается где-то, ну, минус налог, где-то что-то, 400 тысяч рублей на жизнь, на одних покупателях. Да, это не пассивный доход. То есть вот если мы сейчас с Антоном перестанем работать, вот скажите мне, пожалуйста, вот Валя Щенникова, да, сейчас есть в чате, я вижу. Валечка, если ты тут поставь плюсик, приведу пример. Валентина Щенникова, рубиновый директор. Сколько, Валь, у тебя доход в каталог? 80 тысяч, да? Вот, это примерно, Антон, сколько в месяц? 1120, да, где-то? Да, 110 примерно. А, 110, да, 110 тысяч человек зарабатывает, да, у Иришки Тихоновой, кстати, тоже такой же доход, она тоже рубин, вот. У Ирины Тихоновой 120 за каталог. А, за каталог, но у нее немножко пошире, наверное, личная группа просто, и директора чуть-чуть потолще. Структурно я имею в виду, не по фигуре. Да, то есть вот, смотрите, приведем пример, да, то есть рубиновый директор, да, может зарабатывать, да, примерно 100 тысяч в месяц. И старший директор может зарабатывать 100 тысяч в месяц. Валентина Щенникова, она что сделала правильнее, да, что она сделала правильнее, чем у Елены Мардановой, да, то есть живые примеры вам сейчас приведем. Старший директор, рубиновый директор, практически с одинаковым доходом. Что не так? У Валентины Щенниковой есть 4 директора под ней, которым нравится получать свой доход. Поняли фишку? То же самое, у меня есть директора, которым нравится получать свой доход. У меня в глубину примерно 355 директоров сейчас на данный момент. Я сбила счету, я не знаю. Может быть 340, может быть 360. Я не буду сейчас врать. Это надо все выводить через обратную связь. Если я перестану работать, Валя Щенникова перестанет работать, она скажет, так, Кононова не ведет планерки, вебинары, Кононова ушла там на пассив, отдыхает там на своих Мальдивах полгода, да, и скажет, ха, я тогда тоже работать не буду. И перестанет работать. Как считаете, перестанет Валентина работать? А вот если перестать отрабатывать покупателей, они перестанут покупать. Вот в чем разница между бизнес-партнерами, когда мы с вами находим бизнес-партнеров, да, их посложнее найти, подольше их приходится искать. И разница между, получается, покупательской структурой, да? Очень хорошо, когда она вперемешку. И вот я сейчас замечаю, очень много лидеров приходит, начинают вкладывать деньги в рекламу, если у них есть на это деньги, да? То есть если нет денег в рекламу, у них бесплатный рекрутинг только остается, да? Или офлайн методы, да? То есть ходить там каталоги раздавать или на бизнес вживую звать. Понимаете, да, сейчас? И если эти лидеры, получается, вот перестали, да, все перестали, вот Кононовы перестали работать, их нету. Вы что думаете, Валя Щенникова не проведет в своей структуре все вебинары, какие она знает, умеет? Она умеет очень много, это, кстати, психолог, если что. Что у нас в итоге получается? Получается, что Кононовы перестали работать, но они за Валю получают деньги. И причем, Антон, включи вот эту табличку бонусы директорских статусов от Вали на демонстрации экрана, да? То есть мы получаем со всех Валиных директоров, так как мы в статусе партнер, Антон, покажи статус партнер. Смотрите, я зарабатываю с Валентиной Щенниковой 5% с ее личной группы и зарабатываю 5% с группы Валечки Оломской. Валечка Оломская, к тебе такой вопрос. Очень такой серьезный и душещипательный. Если мы с Валей уедем на полгода куда-то отдыхать, так как у нас уже хороший доход, ты бросишь свою структуру и команду? Ты перестанешь работать? Ты откажешься от того дохода, который у тебя есть? Вот, вот вам и ответ. Что такое директора в вашей структуре и команде, да, то есть лидеры, которые растут, и что такое покупатели, которых нужно постоянно стимулировать, или стимулировать секретаря, чтобы он что-то новое и новое выдумывал, более интересное. Вот, Антон, открой нашу структуру и примени, сколько за прошлый каталог прошло вообще регистрации. 8 80. тысяч человек привела моя структура и команда. Из них 100 привела я. То есть 8068 человек пришли в мою структуру и команду без моего участия. А когда-то мы начинали все одни и сами. Обязательно старайтесь людям предлагать бизнес. А
бизнесом не по нраву, да, то есть, ну, они не хотят, они там, у каждого свои амбиции, кто-то верит, кто-то не верит, то огромная к вам просьба, тогда только им предлагайте покупки. Потому что найти человека на акцию новичка, очень много уходит сил и энергии. Но вы же должны прекрасно должны понимать, что только с бизнес-партнерами вы выйдете на пассивный доход. Что вам сейчас доказали две Вали, Аломская и Щенникова, и я. Понимаете, к чему я клоню? Ну, смотрите, что мы имеем далее. А вот есть такое приложение, если вы умеете считать маркетинг-план, есть такое приложение-калькулятор, которое вам никогда не соврет. Если вы умеете правильно применять формулы, считать, знать балл на выплату, и вас лично никто не обманет. В плане того, то, что если вы умеете пользоваться этим приложением и знаете, как считать маркетинг-план. Поэтому, если есть вопросы, вы задаете уже своим директорам. Директора знают, как считать маркетинг-план, потому что они не раз его уже проходили, не раз просчитывали. И, в принципе, это нужно знать прежде всего для вашего роста, чтобы вы уже могли своим новичкам, как я в самом начале говорил, своим новичкам объяснить, как считаться, сколько он получит при том или ином раскладе. Потому что, ну, извините меня, если у вас есть, например, 4 ветки, там, например, 9%, и в них лидеры, я не знаю, сколько я получу, стоит мне делать 50 баллов, а вы созвоните с этим новичком, скажете ему, сколько, я готов сделать, и это уже увеличит 4 человека, получается, 4 ветки, на 200 баллов. То есть это ваш доход. Соответственно, вы и человеку хорошо сделали, и себе хорошо сделали. Поэтому просчитывать нужно уметь, особенно при веточном построении. Потому что, ну, еще могу объяснить. Первая линия, это, конечно, хорошо, доход там выше, но если мы научимся с вами звать активно бизнес-партнеров, которые вместе с вами строят бизнес, с них вы можете получать намного больше, чем на тех людей, которые пришли на покупки. И как Аня сейчас сказала, то что человек, который зарабатывает, он уже не будет думать, делать ли ему 50 баллов. Он не будет думать, порекрутировать ему или не порекрутировать. Он будет стремиться больше, больше и больше начать зарабатывать. Но я думаю, на этом все. Всем желаю роста. Самое главное, новых и как можно больше активных партнеров в вашей команде. Всем, дорогие наши, роста, удачи, везения, во всем вдохновения. Ну все, тогда сейчас всем пока-пока.